Кошлар ватып, таулар ақтарғандау. Әз боларғыз менім тілімді. Еш қына менен қайда, кімден ерларға үйрендегір деп құрайдар. Бұл құрауға менің яуабым бір. Халқымдан үйрендім. Ғұмырым бойы халқымдың өлімхіз ердары әйдені мені. Олы сәнғәт дүнияна юл ярды. Таудай іштер атқырылық көз қуәт көндірді. Нисеме йыл, ошо илахи мәл хақында хыяландым мин. Ошо залда башқорт мұңы, башқорт тілі яңғырар. Сәхнәлә илімдің хәләтлі егет һәм қыздары йондыздай балқыр тип юраным. Бар ғұмырымды музыка сәнғәтінің иң юғары қаданышы милли опера театрын төзіпгә бағышланым. Күптәр менің хыялымды бойымға ашмаслық уйдырма тип қабыл итте. Ихластан бар йөрәгем менән ышандым. Һәм ниһайәт, хыялым бойымға ашты. Бір 1938 йылдың 14 декабрында болды бұл. Ошы харай, ишіктерін кең асып, тәуге тамашасаларын қаршыланы, һәм Башқорт дәулет опера театры асылыуын иғылан итті. Үз балаларымдай көрген шәкірттәрім сәхнәгә сығып, кинәнеп, саф башқорт сайырланы. Әзалдағы халық дәррәу алқышлап қаршыланы уларды. Тик үдеме ошо зарығып көткән көнді, бар көсім, бар көңілімді халып яқынайтқан байрамды, күрірген асеп болмаған.
Хайрли кис, кадерли дустар. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех, кому дорог этот храм искусства. Башкирский государственный театр оперы и балета. Мы сердечно приветствуем тех, кому дорого имя выдающегося сына башкирской земли, народного артиста Башкирской АССР Газиза Салиховича Альмухаметова. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Певец, композитор, педагог, автор первых башкирских и татарских опер Газиз Альмухаметов стоял во главе плеяды деятелей, заложивших фундамент башкирской профессиональной музыкальной культуры. Главным делом всей его жизни стало построение музыкального театра, создание национальной оперы. И в том, что мы празднуем это событие именно сегодня, в день рождения театра оперы и балета, есть глубокий смысл. Символично и то, что этот праздник совпал с Днем башкирского языка, который отмечают сегодня в Башкортостане. Ведь корни личности Альмухаметова, масштабы которой сравнимы с титанами эпохи Возрождения, берут начало в сокровищнице народного гения. Башкирские кубаиры, через века пронесшие героический дух народа и его древний язык, протяжные песни «Озункюй», в которых слились его поэтический дар и необычайная музыкальность – вот те родники, откуда черпал вдохновение его талантливый сын. И та великая сила, что вела Газиза Альмухаметова на большие свершения. «Бурамбай», «Тевтилев», «Эскадрон», «Зульхизя». Основу репертуара певца составляли классические образцы башкирского народного музыкально-поэтического творчества. Его концерты неизменно открывала песня «Бурамбай». Thank you.
Газиз Салихович Альмухаметов родился 29 октября 1895 года. Его родное село Мурапталово – это древняя земля башкир племени Кипчак. С некоторых пор здесь поселились и татары. Газиз Салихович часто вспоминал, как маленьким вместе с матерью ходил в гости из башкирского Мураптала на другую сторону речки Юшатыр в татарский Мураптал. Так с самого детства будущий певец впитывал мелодии обоих народов, искренне полюбив задушевность и чистоту деревенских напевов и наигрышей. Thank you.
на руках граммофонная пластинка. Это редкая пластинка. Здесь запечатлен голос Газиза Альмухаметова. Я нашел эту пластинку в Казани. Пластинка в хорошем виде, сохранности. Я оцифровал эту запись, сфотографировал этикетку пластинки, потому что там есть информация об исполнителе, кто играет на фортепиано, кто обработал, в данном случае, башкирскую народную песню «Миневике», а на другой стороне знаменитые «Ария Нигмата». И, конечно же, Альмухаметов, Газиз ага Альмухаметов, мечтал, чтобы в Башкирии был оперный театр. Мечтал и делал все для того, чтобы башкирское профессиональное искусство, башкирское музыкальное искусство поднялось на уровень мирового искусства, мировых достижений. И в этом плане он много сделал. И вот эта пластинка, вот записи на этой пластинке относятся к 1935 году. То есть это как раз тот период, когда Газиз Альмухаметов был в Москве. Он воспитывал совместно с другими выдающимися профессорами, деятелями культуры, концертмейстерами, дирижерами будущих солистов в первый состав оперного театра. И когда вот эта пластинка у меня оказалась, она уже у меня несколько лет, я подумал, а почему бы не передать мне эту пластинку в дар музея нашего замечательного театра оперы и балета? Это так символично, чтобы через столько лет его голос, чтобы здесь прозвучал в этом театре. Я искренне желаю театру процветания и, конечно же, чтобы вот эти произведения, которые записаны Альмухаметовым на этой пластинке, они звучали здесь, вот в здании, в храме искусства, в здании этого театра.
Oh,
Алимухаметову выпал трудный и славный путь. Его судьба вобрала в себя все противоречия века 20-го. Его победы и трагедии, войны и революции, высокий накал борьбы за всеобщее счастье и яростный градус политических преступлений. Еще 18-летним юношей певец снискал любовь и признание публики. Где бы он ни выступал, в Башкортостане или в Татарстане, в столичных дворцах или в деревенских клубах, его богатый от природы голос очаровывал слушателей необыкновенной искренностью и теплотой. Бритсмертамин Газель Мухаммед Туранда, Киргизия Лаяшиганда, именно Атаимдан, Ишиттем, Унданинале, Купнем Абельмейнем, Эльвитте, Атаим Газель Мухаммед Курган, Ишиткен Тарлаган, Улайгана Тугель, Эверда Иштабхалха, она Шунда, Сагаши Харгати Иштиган. Бетен мене ташлап, ул шунда сығып кете тұрғайны. Хатта бетен іштерін. Газел Мухаметов бек еш Орта Азияғына барып сығып тұрғайны. Бегірек те Өзбекстанда, Түркменстанда, Қырғызстанда, біз Киргизияла шайыны көл вақытта. Шының үшін ул яқларда Газел Мухаметовті мен ойлайым дәжі бұл яққа қарағандаладың көбірек, нығырақ біле білгендердер деп. Онда диаспора зорыны. Татар, башқырт, мұсылман, ғүммен. Лекен олар ғана түгіл, мұна шында ешеген өзбектер, қазақтар, түркмендер, ғазіл, оның келуін байрамды күткен ама күте тұрғайдар. Ол башқыртса, татарса ғана түгіл, мұна шу мен әйткен халықтардың ердарын, шул хүздәрімінен елай тұрғайны. Әлбетте, это не только подкупала дегенде енді, мына ол бидіме бек шәп ерлағандыр енді. Шының үшін шындай бір шаулап ала тұрғайны бүтті дегене шул яқ. Концерты, устраиваемые Альмухаметовым с его другом, поэтом Шейхзадой Бабичем в Оренбурге, Уфе и Казани, неизменно превращались в настоящий праздник. Это было торжество поэзии и песни, торжество таланта, молодости, дерзновенной мечты. Они были похожи во многом, но более всего их объединяла великая вера в будущее родного Башкортостана. Тыңлап үкіп 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 үкіп
В биографии прославленного певца есть страницы, связанные со временем рождения Башкирской республики. Истинный патриот своей родины, он был единомышленником и одним из самых активных соратников лидера национального движения Ахмедзаки Валиди. Весь, словно сотканный из музыки, Аль-Мухаметов, тем не менее, понимал важность происходящих событий и всей душой был с теми, кто боролся за автономию Башкортостана. Одно из лучших своих творений, балладу «Джигит Урала», он посвятил памяти павших героев. Сегодня это произведение звучит подлинным гимном силе человеческого духа. Oh,
Кем болған ол Ғаззәл Мұхаметов? Мәшһүр ерсі. Ауылдан, Башқұрт ауылынан туып, шул дәрежеге еткен кіші. Кем ол? Мәшһүр ерсі, композитор халіне барып еткен. Ол да болы Ғаззәл ағай. Захир Исмағұлов, әзі Ғаззәл ағай тілей. Әз білегізім ол Ғаззәл ағай тіп әйткәс, менің ерек болмайым, қайды барып кірген білмейім енді. Сөнкі бік мәшһүр кішені ол вақытындала. Көп ерсі ойлап қараға, қасан да болға, басшықтың сессиында халық әртесін берінәді. Оға бергендер, ерісін бергендер, мұңысын бергендер. Шоу бірін, біданым білен, ол мені сақырды, мұғайымды, шындай матурлы бір мұңлы кіші. Захир, менің білен, ерісін халық күйдерін білеғін мәді Құраным әтім білем. Нинде күйдерді білеғін мәтім? Оралын да білем, Оранбайын да білем, Сивайын да білем, хәз ерлаған мәтім, Шәуренілі білем тегейнім, алай бұғыз, әйді менің білен ерісін. Әйі, мені бір вақытты, мені бір вақытты бұл ерлаға ерей башланық. Бек мұңлы ерлайын ол. Ис кеткіс мұңлы ерлайын. Өзіңіз ойлап қараңыз. Мына деген ерсілер, ол бет опера театры асырға жүрген кіші. Опера театры бұларға тиіш біздет жүрген кіші. Ойлап қараңыз. 32-ші елді опера театры асабы, ол кішіні юққа сығарады. Бір күнде ол мені Захир, сен Құрайда әйбәт тартыған күстім, әлі композитор болағың деп көз баштанып ол. Мен айтам, әреме болағың композитор деп Құрайға түстім өзінен. Мына ұшындайын күйлерді ялысы болайынды ол, деп әйтіп қалды бұл. Мен айтам, білмейім, Ғаззәл ағай, мен айтам, болып сығар мекен, менің білмейім, болдыр алмар мекен. Жоқ, сен оқырға кетерге тиісің. Шулай айтып ол композиторларға лақатта жәрдем етті. Шол уақытта Хусайын Ахметовті, Рауф Мұртазинді, Халиқ Заимовтыла оқырға жіберген кіші ол болды. Алар оқып қайтып опера жаздылар. Опера композиторлар болып кеттілер. Мына шоу көрем, кімге неме деп айтайын бүгін Ғаззәл ағай Әлмұхаметов турында. Ғаззәл ағай башқұрт халқының мұңы, башқұрт халқысын көп ішлеген шахис. Мысль о создании национальной оперы Аль-Мухаметов вынашивал на протяжении многих лет. И в 1922 году в Ташкенте силами студентов даже поставил музыкальную пьесу «Сания», написанную на собственное либретто. В Уфе в те годы еще не было творческих сил для осуществления его мечты. Но это не охладило его пыл. Аль-Мухаметов едет в Казань, где знакомится с композиторами Султаном Габеши и Василием Виноградовым. Итогом творческого союза молодых музыкантов стали опера «Сания» и «Эшсе», произведения, в которых впервые в академическом жанре оперы звучали интонации башкирских и татарских народных мелодий. На премьерных показах, состоявшихся в Татарском театре драмы имени Камала, главные партии исполнил сам
Газиз Альмухаметов. Меня шуши залда, шуши сахнеде, 1930-е годы мин Газиз Альмухаметовна концертларда да, шулай ук Сания операсы, Ишши операсында тыңдағаным бар еді. В этом театре в 20-30-е годы я слушал пение Газиза Альмухаметова. Здесь увидели свет его оперы. Он сам пел в них. В концертах исполнял арии. Аның таушы табиғаттан бай болып, әйтерсің аны Италияларда оқытқаншы. По своей красоте его голос напоминал голоса известных итальянских певцов. А как он пел народные песни. Каждый раз, когда я прихожу в этот зал, мне кажется, что я снова слышу его удивительный голос. Меня был стеналар даны, бүгінгі қадар ұнықмаған шекілі. Шушы театрға келсен, аның таушы шушы театрда яңғырап тұрған кіп. Альмухаметов здесь консолидирует силы, творческие силы, которые тогда были возможны. Это Султан Габаши, композитор, который работал успешно на ниве татарской, башкирской музыкальной культуры.
Дальше поэт Маджид Гафури и все те силы, которые были возможны тогда. И известно, что Вазир Мухаммедов большой интерес проявляет и к созданию вокальной школы национальной, занимается оперной студией и так далее. И вот этот широкий интерес и те успехи, которые были достигнуты, а известно, что эти оперы получили широчайший и даже международный резонанс, они определили как бы путь национальной музыкальной культуры и пути дальнейшего развития этого жанра. Дошмандар хидмэхэн болхын күкрәгем саниям тирәк болхын беләгем күдән орым каршы килгән дошманга әзердәр дустарым күрәнем әзердәр киң оралдың күке алтай талдың тутыйха ком сөлендә һин кызы тиң түгел дәр һис бер һе бәгер кайым күдән орым саниям яндыда Зыяң Иптәштәрі Ләхәтер Сұт, 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 сұт Хайрай хары хандуғас Сұт, 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 сұт Хайрай хары хандуғас Хандуғастар хайрағанда Той тірбеді кейәш Ике ян, бер-берен хейген. Кабергасе айрылмас, кабер-берене худ бирген. Тиль
1930 году, вернувшись в Уфу, Альмухаметов с присущей ему горячностью приступает к построению профессиональной музыкальной культуры в Башкортостане. И за что бы Газиз Салихович ни брался, ему всегда приходилось прокладывать первым путь. Так он создает первую башкирскую концертную бригаду, с которой объездил всю республику. Сплачивает вокруг себя лучших музыкантов того времени: Султана Габеши, Камиля Рахимова, Хабибулу Ибрагимова, Ивана Салтыкова. Работает в Институте национальной культуры над проектами будущих опер, сочиняет песни и романсы. Но без собственных кадров музыкальный театр не мог быть построен. Понимая это, Альмухаметов убеждает башкирское правительство в необходимости обучения талантливой молодежи. И не где-нибудь, а в самом сердце культуры, в Московской консерватории имени Чайковского. И этот смелый проект состоялся. В 1932 году в консерватории было открыто башкирское национальное отделение, а вскоре национальное отделение было открыто в Ленинградском хореографическом училище. Через несколько лет их выпускники стали первыми ласточками Башкирского театра оперы и балета. Их имена с золотыми буквами вписаны в историю башкирского искусства. Но их учителю не суждено было увидеть рождение своего детища. 10 июля 1938 года, за 4 месяца до открытия театра, Газиз Салихович Альмухаметов был объявлен врагом народа и расстрелян. Но жива его музыка, живы творение его рук и благодарная память соотечественников и последователей. Таушлар еш, узбез еш, ятман кшижуги, концертларда шақыралары, Москвада концертларда нехайлыш жерлап жердек. Аннан Уфаға қайтып, Газиз ағай Альмухаметов білен бірлікте 36-шы жылыны қайтып, концертлар бердік зур афиш білен. Шул афиш менде хаманда бар әлі. Шунды бір мәртебе көрсетмекші болам. Анда бүтін ісі бар. Яшақларда Хайбер де бар, анда менде бар, Габитовлар бар. Газиз ағай ең ортада отырып тұра, конечно, бұл бит біздің енді ең. Аның арқасында біз шылай оқып кеттік бет енді. Аның арқасында кіші болдық дегенге мүмкін, әлбетте, дұрысыңын айтқан шағында. Каждый 14 декабря, день открытия театра, это отмечается, я сегодня, вот цель моего прихода тоже, как бы и театр поздравить, и как-то ощутить ту атмосферу, которая когда-то царила. Отец у меня очень хорошо пел, и, значит, Газиз Агай ему после концерта сказал, ну, говорит, мне уже отец рассказывал, ты, говорит, дружок, давай, говорит, тебе твое место, говорит, не песни, твое место в опере. И после того, этого пожелания, значит, у меня, он его начал уже готовить к поездке в Москву. И когда собрали, разумеется, он, ну, был первым башкиром из глухой деревни, значит, который закончил потом консерваторию. Это тоже было. По сути, все эти вот наставления Газиза Альмухаметова, они дали такую дорогу, может быть, на которую никогда бы отец не вступил. Говоря о их близости, они, по сути дела, были очень дружеские отношения. На редкость такое отношение. И, видимо, еще чувствую, что отец тоже был таким преданным башкирской культуре и искусству. Он не был заинтересован только в своем успехе и в своих достижениях. Он хотел, чтобы следующее поколение, поколение вот моего отца и даже следующие, они были еще больше лучшим. Он закладывал основу. Вот, ну, вот я думаю, это вот самое такое с его стороны очень гуманное и человечное, цель была хорошая. Ну, сегодня день рождения театра, и вот я бы хотела, принесла портреты, давно заготовленные, правда, мною. Портрет в роли моего отца, барон Каландра, в «Прекрасной мельничке». И вот портрет Салавата Юлаева, моего отца в роли Салавата Юлаева. Значит, это 55-й год как раз было, когда он уже там сдаточные спектакли, премьеры шли
вот, и уже спектакль. Вот я дарю театру для того, чтобы ваши зрители, слушатели, когда здесь были, для них очень будет любопытно и интересно узнать историю. Если бы стены театра могли говорить, они бы поведали о том, что в каждом произведении, звучащем в нем, живет частица души его основоположника – Газиза Салиховича Аль-Мухаметова. Они бы рассказали, что именно здесь, 20 марта 1929 года, на 7-м Всебашкирском съезде Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов было оглашено постановление правительства о присвоении Аль-Мухаметову звания «Народный певец БАССР». Постановление за номером 1. Он был народным артистом не только по званию, он был народным артистом по сути. Ведь все его славные дела он вершил во имя народа и для народа. Сегодня путь, проложенный поколением Газиза Аль-Мухаметова, продолжают молодые. Они также талантливы, также неистовы в творчестве и в своей любви к родной земле.
Сегодня на сцене молодое поколение артистов Башкирского государственного театра оперы и балета. Señor, señor, caravacal soldado, le carrera, a vos son contra, por plaisir el sol le acaba. Le cirque pleut un jour de fête, le cirque pleut la tava. Le spectateur perd la tête, le spectateur s'interpelle à la fracasse. Oh,
Yeah.
Дагазиз Альмухаметова, сама мечта о музыкальном театре в республике, в городе Уфе, была, пожалуй, самой главной мечтой его жизни. Еще задолго до того, как началась революция, задолго до того, как прогремели все перипетии гражданской войны на территории нашей республики, Гази Альмухаметов мечтал о том, что когда-нибудь он, может быть, будет работать над созданием собственной оперы. И мечтал о том, что у нашего народа будет свой собственный театр, музыкальный театр, театр оперы и балета. Вообще, надо сказать, что всю свою жизнь Альмухаметов за это боролся. И боролся очень и очень активно. Получилось так, что вместе с Бабичем они начинали очень большую работу здесь, на территории нашего края, на том, чтобы создать какую-то будущую организацию, которая бы занималась проблемами развития нашего народа. В начале 1938 года Альмухаметов, которого арестовали в 1937 году по обвинению, ложному обвинению, был расстрелян. Через несколько месяцев после его расстрела, 14 декабря 1938 года, открылся Башкирский театр оперы и балета. Поэтому, наверное, для меня особое какое-то чувство вызывает то, что вот в эти дни мы отмечаем очередной день рождения нашего горячо любимого театра оперы и балета. И мне бы очень хотелось, чтобы в музее театра были какие-то материалы, которые бы напоминали о Газизе Альмухаметове. Вот есть фотографии, сделаны в далекие 30-е годы. Это естественные фотографии, которые не перефотографировались, это фотографии именно тех лет. Вот мне хотелось бы эту фотографию, здесь Альмухаметов и из могилы Лялов, наш замечательный мандолист, который вместе с Альмухаметовым провел не один концерт, который очень много работал и который всегда был вместе с ним. Все они есть на фотографии. Вот я принес и хотел бы вручить театру вот такую афишу Альмухаметова, которая была издана в 1936 году в Казани, когда Альмухаметов из Уфы ездил в Казань и выступал там с концертом. Вот эта концертная афиша тоже не хотелось бы, чтобы она украсила и стала бы одним из экспонатов нашего музея. Уақыт бик тиҙ үтә. Уақыт менән бергә кешеләр дә үҙгәрә. Һеҙгә, 21-нсе быуатта йәшәүселәргә әйтер һүҙем шул. Беҙ бөйөк идеялар менән йәшәнек. Мин дә, көсөмдән килгәнсә, Башҡортостанымдың, халҡымдың киләсәгенә яҡты өмөттәр бағылап, уның өсөн йәнем-тәнемде аямай көрәштем. Ләкин үкенмәйем. Сөнки ғүмерем заяға уҙманы. Рухым шат минең, республикамда ысын сәнғәт хөкөм һөрә. Уҡыу йорттары, оркестрҙар, филармониялар, бихисап ижади коллективтар бар. Минең яҡты хыялым Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры гөрләй. Рәсәй генә түгел, бөтөн донъя һоҡлана уға. Ошо матурлыҡты һаҡлай белегеҙ. Бар табиғат сүрләшә айыла түндә Үгіреп ойнай тулқандар дим өстіндә Ақ сарлаққа оқшап яр ситіндә Башка килер